Всем привет, подписчики, зрители моего канала. Я занимаюсь не только обзорами аппаратов там и разного сварочного оборудования. Я также занимаюсь ковкой, также занимаюсь изготовлением металлоконструкций. Многие просят в комментариях, говорят, почему я не показываю свои работы. Так вот, сейчас в этом ролике я вам представлю то, что именно мои упаковки, которые я изготавливаю. Поэтому сейчас смотрим. В процессе я расскажу, чего здесь не хватает в этих, именно вот в этих упаковках. Про каждую из них будет отдельный ролик. Прям отдельный ролик по изготовлению, как я это делал и что я это делал. Когда они будут выходить, я не могу сказать, не обещаю, что там, допустим, завтра выйдет там ролик по этому, послезавтра там еще почему-то. Поэтому сейчас смотрим, я вам скажу, чего именно не хватает здесь и что будет интересно. Ну так, ребятушки, показал я вам свои небольшое количество своих упаковочек. Все это сделано моими руками. Здесь не хватает из моего арсенала только одной вещи. Вот эта кубаночка на мне не случайно. Поэтому ролик будет интересный. Кто догадался, пишем в комментариях. Да и вообще оставляйте свои догадки в комментариях. Почему на мне кубанка, чего здесь не хватает. Поэтому в ближайшее время одна из моих упаковок будет разыграна на моем канале. На этом всем пока-пока. Подписываемся на канал. Не забываем про колокольчик. Жмем на поделиться. Вам не сложно, мне приятно. Ждем нового видео. Пока-пока. Жду ваших комментариев.